Несмотря на то, что выглядит это как обычное совещание, на самом деле бизнес-завтраки главы Ленинского городского округа Станислава Катарова – это скорее разговор по душам, когда у всех участников встречи есть возможность в неформальной обстановке обсудить интересующие темы. На этот раз гостем мероприятия стал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В начале совещания глава муниципалитета ознакомил его с состоянием дел в округе. У нас сейчас действует 64 инвестиционных проекта на общую сумму почти 24 миллиарда рублей. Если в прошлом году мы только за счет этих 11 инвестпроектов ввели и получили 1700 новых рабочих мест, то за счет 64 инвестпроектов почти 5500 новых рабочих мест мы получим. За сухими цифрами кроется отличная тенденция развития муниципалитета. Несмотря на санкции, бизнес в округе чувствует себя хорошо. Растет количество предприятий, увеличивается бюджет и налоговые поступления. Также в пользу свободы предпринимательской деятельности работает мораторий на проверки, который действует сейчас по всей стране. В настоящее время на территории Московской области реализуется запрет на проведение проверок в отношении малого бизнеса. Плановые проверки субъектов малого среднего предпринимательства не осуществляются вовсе. Внеплановые проверки возможны лишь, лишь для организаций, которые занимаются высокорисковой деятельностью, то есть там, где есть фактор угрозы жизни, здоровью населения, подведения каких-то техногенных аварий. В ходе встречи, которая продолжалась более часа, обсудили широкий спектр актуальных вопросов. Налоговые изменения, меры поддержки на муниципальном уровне, а также волнующие многих строительство Южно-Лыткаринской автодороги. Нынешнее строительство – это автодорога Юра. Поясните, в каком сроком завершение и нынешнее, в каком этапе строительства? Прямой ход по дороге будет открыт до конца 2024 года, то есть уже в этом году. Значит, съезды, одно из самых сложных мероприятий, которые необходимо будет делать, это 2026-2027 год, они будут завершены тоже. В эти же сроки будут завершены и создание ливневок, и, соответственно, создание всех очистных сооружений. Бизнес-завтраки главы муниципалитета Станислава Катарова проводятся на постоянной основе. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.